привет, вы у меня на канале, меня зовут Даша, и мы начинаем второй влог, поехали! Мы уже с Николь собираемся на съемку, я уже помыла голову, осталось ее просушить и ехать на такси. Очень много сегодня, конечно, было образов. Прям с 8 утра на ногах. Теперь мы едем. Пришли покушать. Тут, в общем-то, выбираешь фишечку. Относишь официанту. И он приносит тебе блюдо. Мы уже дома. Будем ложиться отдыхать. Завтра будет очень тяжелый день. Утро у меня началось с того, что меня забрал мой букер. И сейчас мы едем на медицинский осмотр. Не знаю зачем, что там будут делать. Но мне очень интересно, что мне скажет по моему здоровью. Собственно, больница, в которую мы направляемся. Все, медосмотр пройден, теперь можно идти домой. Я уже дома, но букера сказали, Диар, нужно сделать фото. Это, уважаемый, называется смог. Это когда нет облачков, солнца не видно. Огромнейшее здание. Просто размер людей и здания. Вы хотели, чтобы я ее снимала? Вот, снимаю. Вот, окружающие среда. Ребенок он. Иди сюда. Иди сюда. Он такой, да не. Да не, мам. Нихао. Сканируй. Не, подожди. Так, заходим в Alipay. Скан. Усиленный снеговичок. Эй. Это мы на работе. Давай, давай, давай. Тебе коньяк почему? Да. Че будем? Ты будешь? Угу. Может, с клубничкой? Вот это вкусно. Ладно, давай вот этот ему скажем. А вот этот? Книга. Оплачиваем. Так, смотрите, вот так. Нет, вот. Надо выйти. Так вот, вот это. Все делает. 8 юаней. 80 рублей. Ого, 80 рублей. Сися. Ой. Не выходим. Это да. А стрики красивые, да? Ой, как дорого. Вот этот маленький стоит. Ого. 890 рублей. Что купила Николь? Точнее, помыла моя. Черный пакет. Черный пакет. И что купила я? Чипсы, это не мои. Кстати, чипсы с пивком.
затестим. Сижу я, значит, кушаю китайскую еду. А тут посылочка, посылочка. У нас одинаковые размеры? Да. Мне кажется, на работе были не такие. Как будто не такие. Так у нас как будто разные. У нас просто форма головы разная. Опять картина упала. Спасибо за ваши просмотры, что провели этот день со мной. Так что до следующего влога.